Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые наши зрители, лекции в рамках фестиваля «История Малой Родины и История Отечества». Я напоминаю, что в течение декабря мы с вами побываем в 43 регионах страны для того, чтобы наши победители Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью, поделились своим опытом, своими знаниями и методическими наработками в области краеведения и в области преподавания истории родного края. И сегодня мы с вами отправляемся в Кемеровскую область. Не случайно я сказала «добрый день», потому что если в Москве сейчас, в Центральной России, только наступило утро, то уже в Кемеровской области у нас близится время к полудню. И сегодня у нас будет особенная, необычная лекция. Мы всегда любим, когда у нас много гостей. И сегодня нашу лекцию проведут сразу два спикера. Это Белоусова Наталья Александровна. Наталья Александровна является победителем Всероссийского конкурса краеведов, проводимого Российским историческим обществом. Она является кандидатом культурологии и директором Музея археологии, этнографии и экологии Сибири. А также вместе с нами сегодня Боголепова Людмила Захаровна, которая также является кандидатом культурологии и руководителем отдела истории Кемеровского государственного университета. Здравствуйте, уважаемые друзья! Не хочу долго затягивать начало нашей лекции, поэтому с удовольствием передам вам слово. Добрый день, уважаемые организаторы лектории и участники проекта. Благодарим за предоставленную возможность выступления в данном мероприятии Российского исторического общества и Фонда истории Отечества. Мы из города Кемерово, как только что сказала Алина, столицы Кузбасса. Сегодня он не только крупный промышленный, но и культурный, образовательный, научный центр Сибири. Неоценима роль первого классического университета Кузбасса, созданного благодаря бескорыстному труду нескольких поколений ученых, преподавателей, сотрудников, в том числе и фронтовиков. Музей археологии, этнографии и экологии Сибири Кемеровского государственного университета основан, который мы представляем, основан в 1976 году. Наш музей прошел путь от двух учебных музеев, созданных для историков и биологов, до одного из крупнейших научных музеев Юго-Западной Сибири, хранящего и популяризирующего историко-культурное и природное наследие края, собранное сотрудниками и учеными нашего университета. Сегодня в наших фондах хранятся археологические, этнографические, зоологические, исторические коллекции с общим количеством хранения более 300 тысяч единиц. Музей работает по следующим направлениям: изучение древней истории Кемеровской области, Кузбасса и Сибири, изучение истории народов Кузбасса и Сибири, изучение природного наследия и экологии Сибири, а также изучение истории университета. Музей университета давно вошел и прочно в социокультурное пространство города и региона, имеет дружеские связи со многими музеями России и зарубежья. Его деятельность отмечена золотыми, серебряными медалями, дипломами образовательных, научных и культурных форумов и ярмарок. Сегодня мы представим только два проекта нашего музея по работе с молодежью. Проект «Бессмертный полк МГУ», который стал победителем, с которым мы стали победителем в конкурсе краеведов, работающих с молодежью, и проект «Древняя история Кемерово». А сейчас остановимся на первом проекте. Проект «Бессмертный полк МГУ» охватывает несколько этапов. Это был первый совместный проект музея ветеранской организации студенчества КМГУ, который был создан в 2012 году. Проект был поддержан программой развития деятельности студенческих объединений Кемеровского университета и грантом «Память поколений к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне». Основной целью проекта явилось развитие
социокультурной среды, способствующей творческому самовыражению и самореализации личности студентов, сохранению и передаче нравственных культурных ценностей и традиций через трансляцию различных форм студенческой деятельности и, конечно же, пробудить интерес к истории страны. Как мы решали, конечно, достигали через выполнение задач. Первое – это сбор материалов для создания и наполнения интернет-ресурса сайта «Диалог поколений» и научно-исследовательская и поисковая работа по преподавателям и сотрудникам университета, принимавшего участие в Великой Отечественной войне. Вовлечение студенчества вузов в подготовку и проведение патриотических мероприятий, укрепление межпоколенной связи молодежь-ветераны. Руководителями проекта стали Белоусова Наталья Александровна и Боголепова Людмила Захаровна. Информацию о нас вы видите на экране. Эффективность реализации проекта заключалась в активном вовлечении студентов в мероприятиях, направленных на воспитание активной жизненной позиции, патриотизма, уважительного отношения к старшему поколению преподавателей и сотрудников вуза и истории страны. Для выполнения задач проекта создавались временные творческие коллективы на факультетах университета. Куратором временных студенческих коллективов стала студентка 4 курса Анна Алексеева, факультета филологии и журналистики. Какие формы работы мы использовали? Конечно же, вот это удивительное совершенно сплав творчества, которые выразились творчески, временных творческих коллективов на 10 факультетах университета. Включение учебных, музейных и архивных практик в тему проекта. Участниками стали студенты, ветераны КМГУ, сотрудники музея. Всего было проведено мероприятие за период 2012 по 2014 год 78. Информация и фотографии о мероприятиях размещались на сайте университета. В выставках музея принимали участие студенты всех факультетов. При подготовке выставки студенты занимались научно-исследовательской работой по ее тематике. Приведу лишь несколько примеров. Выставки, какие мы проводили. «Фронтовые дороги ветеранов Великой Отечественной войны». «Страницы истории университета». «Ученые университета Кузбассу к 70-летию Кемеровской области». «Архивные документы по истории Кемеровского университета». «Война глазами детей 1941-1945 год». «Опыт и молодость в одном строю», посвященная 95-летию города Кемерово и 60-летию вуза. Конечно же, проводились ежегодные акции. Праздник «Дом ветерана», поздравление участников Великой Отечественной войны с юбилеем, помощь участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, по проведению уборки помещения, закупки продуктовых хозяйственных наборов. А акция «Помним всех поименно» оставила в сердцах студентов неизгладимый след, потому что она была посвящена приведению в порядок могил участников Великой Отечественной войны. Кроме того, проведена была закладка аллеи в память о сотрудниках Кемеровского университета, участниках Великой Отечественной войны. Работа осуществлялась временными добровольческими студенческими коллективами. Ну и, конечно же, каждый год ветераны проводили мероприятия, в которых непосредственно принимали участие студенты. К Дню защитника Отечества, к Дню Победы, к Дню пожилого человека, к Дню матери. Такие, как вечера патриотической песни, военной песни, клуб по интересам, спектакли и фестивали. Вызвал много эмоций театрализованный вечер «Мелодия войны». Студенты сыграли сценки из военной жизни с песнями, танцами и стихами. Были зачитаны фрагменты фронтовых писем кемеровчан, предоставленные областным архивам. Перед студентами выступали дети войны. С 2014 года в КМГУ началась подготовка к 70-летию Великой Победы, Великой Отечественной войне. Кроме проведения масштабных мероприятий, параллельно шла научно-исследовательская деятельность. Основными задачами стали
патриотическое воспитание студентов через персонализацию Великой Отечественной войны. Создание новых творческих поисковых научно-исследовательских групп для сбора сведений об участниках Великой Отечественной войны, работавших в разные периоды в университете. В эту работу включили студенты факультета истории международных отношений и факультета филологии и журналистики, сотрудники учебного телецентра, отдела истории вуза, совета ветеранов, студсовета, ректората, пресс-центра, которые начали сбор материала. К юбилею Победы и университета. Это и запись воспоминаний фронтовиков, ветеранов вуза, работа в архиве Кемеровской области и Кемеровского государственного университета, сканирование фотоматериалов из фондов музея и личных архивов ветеранов, для создания видеофильмов о ветеранах и детях войны, для разделов сайта «Диалог поколений» была развернута поисковая работа по преподавателям и сотрудникам университета, принимавших участие в Великой Отечественной войне и о детях войны. Начата работа по составлению просфографической базы данных научно-педагогической интеллигенции университета. Эти материалы вошли в студенческий проект «Формирование исторической памяти студенческой молодежи», представленного на конкурсе Всесоюзного студенческого форума студентами факультета истории и международных отношений. Представляла студентка третьего курса Денисова Ольга. Проект был отмечен дипломом. А также в докладе студентки четвертого курса этого же института Ионовой Марии, историко-культурное наследие научно-педагогической интеллигенции университета на 15-й летней международной музеологической школе. Также был отмечен дипломом. Результаты работы были опубликованы в различных... Наталья Александровна, у вас презентацию сейчас вот не видно. Можете, пожалуйста, еще раз ее включить? Хорошо. Так, все хорошо. Эти материалы, результаты работы, вошли в различные студенческие издания к 70-летию Великой Победы в Отечественной войне. В двух номерах межвузовской студенческой газеты «Статус ВО», в номере 5, в номере 6, в двух спецвыпусках газеты «Четвертый этаж» и «Днем Победы» с воспоминаниями участников Великой Отечественной войны и детей войны подготовили эти издания студенты факультета истории и международных отношений. Сняты были фильмы творческой студенческой группы «Перемена» на телецентре университета. Подтвержденный список фронтовиков на 2014 год насчитывал лишь 25 имен. В ходе кропотливой работы по сбору информации из различных источников, которые мы уже перечисляли, архивы Кемеровской области, университета, вузовская периодическая печать, личные архивы ветеранов вуза, удалось уточнить и обнаружить 82 новых имени. Была проделана большая подготовительная работа по пробуждению интереса к истории вуза, к событиям Великой Отечественной войны и к людям, которые победили в этой войне. Всего было вовлечено в проект на данном этапе более 1550 студентов и школьников. Второй этап проекта включает 2015-2016 годы. Здесь по результатам проделанной работы состоялась презентация в 2015 году сайта «Диалог поколений». Основой сайта
стали музейные исторические материалы, фотографии, совместных мероприятий, выставок, встреч с ветеранами, фестивалей, акций, совместных праздников, воспоминания и личные материалы ветеранов, участников Великой Отечественной войны, студенческих исследований. Сайт явился основой нового этапа сплочения и активизации вузовского сообщества, мощным источником нравственного и патриотического воспитания. В этом же году был опубликован историко-биографический справочник «Помним всех поименно» о преподавателях и сотрудниках как Кемеровского государственного педагогического института, так и Кемеровского государственного университета. Автор этого издания Людмила Захаровна Боголевская. Он представляет собой издание, в которое включены впервые опубликуемые сведения о фронтовиках, внесших свой вклад в формирование первого классического университета в Кузбассе. Представлены автобиографические сведения, этапы становления специалистов, достижения в различных областях их деятельности, воспоминания об участии в Великой Отечественной войне. При написании справочника также были использованы архивные материалы, фотографии, материалы фондового собрания отдела истории вуза, музея, университета и периодической печати. В рамках исследования, которое проводилось совместно со студентами, членами Совета ветеранов, школьниками, были собраны сведения о детях войны, сотрудниках и преподавателях университета. Результатом этой работы стало издание историко-биографического справочника «Дети военного времени». Авторы Людмила Захаровна Боголепова, мой соруководитель, и председатель Совета ветеранов Кемеровского университета Любовь Аркадьевна Циркина. На сегодняшний день в ветеранской организации КМГУ числится 139 преподавателей и сотрудников детей Великой Отечественной войны. Третий этап, собственно говоря, охватывает современный период с 2017 по 2020 год. Музей КМГУ продолжил работу над проектом «Бессмертный полк КМГУ», в котором приняли участие ученики 41-й гимназии города Кемерово, 8-е и 10-е классы, студенты и магистранты Института истории и международных отношений. И цель этого этапа было уже выявление новых имен фронтовиков, преподавателей и сотрудников вуза, работавших с 1941 по 1960-е годы. В результате научно-исследовательской работы в архивах Кемеровской области, в архиве Кемеровского государственного университета удалось выявить еще 51 имя участников Великой Отечественной войны. Просмотрены были личные дела преподавателей и сотрудников. Отобраны дела, где указывалось именно подтверждение участия преподавателей и сотрудников в Великой Отечественной войне. Проведена оцифровка личных дел. Сделан перевод оцифрованного материала в документы Word, литературная обработка и автобиографических данных, и также обработка фотодокумента. На данном этапе, как я уже сказала, активное участие приняли школьники в систематизации материала, студенты и магистранты в составлении анкет и биографии фронтовиков. В апреле и мае 2020 года работа велась дистанционно из-за распространения коронавирусной инфекции. Часть обработанных материалов вошло в книгу истории Института филологии иностранных языков и медиакоммуникации университета. Эта фотолетопись вышла в 2019 году составитель Людмила Захаровна и в личные фотолетописи ветеранов и фронтовиков. К 75-летнему юбилею празднования Дня Победы была создана виртуальная презентация «Бессмертный полк КМГУ», которая демонстрировалась на уличных экранах города Кемерово и размещена на сайте Кемеровского университета. Ссылочка дана на слайде. Среди фронтовиков два ректора Кемеровского государственного педагогического института: Постников Валентин Семенович, кандидат технических наук, и Боченков Константин Федорович, кандидат педагогических наук. 6 докторов
39 кандидатов наук, 13 деканов, 8 заведующих кафедрами разных факультетов, 4 фронтовика, ставшие кандидатами наук, проработали в ВУЗе более 40 лет. 2 фронтовика получили почетное звание «Почетный гражданин Кемеровской области» – Шуранов Николай Павлович и Финкенштейн Елен Моисеевич. 53 фронтовика – сотрудники структурных подразделений ВУЗа. Воевали они все героически. 43 фронтовика были награждены орденами Красной Звезды, 35 орденами Отечественной войны, 6 орденами Красного Знамени. Кроме того, в онлайн-формате была проведена акция «Бессмертный полк КГУ». Ее участником мог стать любой желающий. Достаточно было выложить в Инстаграме видео или фото с пометкой «Бессмертный полк КГУ» и рассказать историю своего героя. Какие же результаты работы по этому проекту на 2020 год? В ходе проекта было охвачено более 2550 человек, школьников, студентов, магистрантов, ветеранов, фронтовиков. Создан сайт «Диалог поколений». Подготовлены и изданы 2 историко-биографических справочника «Помним всех поименно» и «Дети военного времени». Создано студентами и кураторами 4 фильма о ветеранах, участниках Великой Отечественной войны и детях войны. В результате научно-исследовательской деятельности проекта были выявлены имена преподавателей и сотрудников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. На сегодняшний день в списке «Помним всех поименно» 157 фронтовиков. Материалы совместных исследований вошли в книгу фотолетописи «История института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций университета» и в личной фотолетописи фронтовиков и сотрудников университета. К 75-летнему юбилею празднования Дня Победы создана презентация «Бессмертный полк КГУ», где даны сведения о фронтовиках и в том числе представлены новые имена. Наш опыт работы с учащейся молодежью и ветеранами поддержан учебными заведениями Кузбасса. Научно-исследовательская работа по поиску новых имен продолжается. И, конечно же, наша обязанность старшего поколения – донести до молодежи историческую правду о Великой Отечественной войне и народе, победившем фашизм. Второй проект, который мы сегодня хотели бы представить, и называется проект «Древняя история Кемерово». Он является победителем конкурса проектов фонда грантов президента Российской Федерации 2018 и 2020 года по направлению сохранения исторической памяти, который был представлен от Кемеровского отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Руководитель проекта Наталья Александровна Белоусова. Цель проекта – комплексное изучение древней средневековой истории современной территории города Кемерово, а также периода русского освоения Притомья на основе археологических данных и популяризация археологического и исторического наследия края и формирование исторического сознания кемеровчан. Мы это решали через следующие задачи. Формирование источников, источниковой базы по древней, средневековой, а также новой современной территории города Кемерово. Затем научная обработка накопленной базы материалов и введение их в научный оборот, а также создание постоянной экспозиции и передвижной выставки по результатам исследования. На данный момент, в этом году, мы создаем медиа-контент, медиа-проекта «История Кемерово и его окрестностей с древнейших времен и до начала 20 века». Это видеоролики, фоторепортажи, публикации, видеолекции, исторические реконструкции. И планируется издание исторического атласа города Кемерово и его окрестностей, а также научной монографии «История города Кемерово с древнейших времен до наших дней». Участниками проекта стали партнеры проекта, молодежь, студенты, дети, подростки, горожане. География проекта на сегодняшний день охватывает территорию города Кемерово и сопредельных территорий Кемеровского
района. Современный город расположен на территории нескольких деревень: Красный, Кемерово, Евсеево, Боровая, Курыскитим, Усицкитим и Давыдово, которые были основаны на протяжении 17-19 веков. Однако население города Кемерово в основной массе не знает ни об истории этих деревень, ни о более древних исторических процессах, происходивших на этой территории, поскольку до сих пор не было проведено полное археологическое обследование даже малочисленных известных археологических памятников, не говоря уже о серьезном комплексном историко-археологическом исследовании территории города. Проект направлен на формирование источниковой базы по древней, средневековой и новой истории современной территории города археологическими и историческими методами. Ну, конечно же, мы не можем обойтись без выделения социальной значимости проекта, которая заключается в том, что новейшая информация по древней и средневековой истории города будет представлена как для взрослых, так и для учащихся общеобразовательных учреждений, студентов в виде постоянной и виртуальной экспозиции, выставок, уроков в музеях, библиотеках, учебных заведениях и видеоматериалов, размещенных в сети интернет. Археологическое изучение 7 первых населенных пунктов, давших начало городу, в преддверии 300-летия промышленного освоения Кузбасса, также обуславливает высокий уровень общественного интереса к данному проекту. Конечно, хотелось бы отметить партнеров этого проекта. Это администрация города Кемерово, Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук Института экологии человека. Кемеровский государственный университет представлен музеем Кемеровского государственного университета археологии, этнографии и экологии Сибири и Институтом истории и международных отношений. Конечно же, представлено Кемеровское отделение Русского географического общества. Научно-популярный проект «Наука-42». Он расположен, вернее, ссылочка на него есть в интернете, можно его найти. И этноэкологический музей, экомузей, заповедник Тюрбевских городов Кемеровского муниципального района. Какие же результаты у нас уже на сегодняшний день есть за 3 года работы по этому проекту? В ходе проекта было охвачено более 15 тысяч человек. Ученых, студентов, магистрантов, аспирантов, школьников, подростков, горожан и населения Кузбасса. Создана постоянная экспозиция и первая передвижная выставка «Древняя история города Кемерово» по результатам исследований археологических и исторических памятников города и его окрестностей. Началось создание медиа-контента «История Кемерово и его окрестностей с древнейших времен до начала 20 века». Проведено более 60 экскурсий, тематических уроков как на месте археологических исследований, так и в экспозиции музея и на дне города. Благодаря этому проекту повысился интерес к малой родине у горожан и гостей города. Ссылочки на материалы о ходе проекта вы видите на экране в нашей презентации. Музей продолжает работать по этим двум проектам, активно вовлекая учащуюся молодежь через разные формы деятельности. Обратите внимание на нашу контактную информацию. Будем рады новым партнерам. Благодарим за внимание. Еще раз большое спасибо, Наталья Александровна, Людмила Захаровна, и за сегодняшнюю нашу лекцию, и за работу, которую вы проделываете вместе со своими студентами. И хотелось бы отметить, наверное, что работа проводится не только со студентами, но и со школьниками, и с учащейся молодежью намного шире, чем только студенты КМГУ. И, наверное, именно с этим будет связан мой первый вопрос. Расскажите, вот каким образом привлекаются школьники? Нас сегодня смотрит много учителей именно средних общеобразовательных школ, и я думаю, что им самим было бы интересно принять участие в проектах высших учебных заведений. Вот как проходит это взаимодействие, с чего оно начинается и так далее?
Конечно же, первое взаимодействие – это на экскурсиях, которые специально созданы для того, чтобы прежде всего ввести в образовательное поле школ наших материалов, материалов нашего музея. Здесь после встреч на нашей экспозиции и представлении результатов работы ученых, конечно же, рождается прежде всего интерес у самих посетителей, то есть у школьников. Затем у нас есть такой вид еще взаимодействия со школами города, как музейная и архивная практика, которая сейчас входит в образовательный стандарт общеобразовательных школ. И здесь мы наши связи укрепляем. Кроме того, у нас тесное взаимодействие с центрами дополнительного образования, где имеются кружки по изучению древней истории, по изучению современной истории, которые также большую часть занятий проводят на нашей территории. И вот таким образом мы расширяем знания о научных достижениях археологов, историков, и таким не только расширяем, но и привлекаем, прежде всего, внимание самого маленького возраста. Мы работаем практически с детского сада, со старшей группой детского сада. И когда они начинают постепенно знакомиться с разными частями нашей экспозиции, у них возникает не только интерес, но и очень много вопросов, которые им хотелось бы решить немедленно. И для этого они, конечно же, начинают работать, свои первые научно-исследовательские работы представляют на школьных конференциях, ну, тоже основанные на материалах нашего музея. Часть этих школьных конференций мы проводим у себя, чтобы повысить интерес. И дети показывали уже, школьники в частности, показывали на экспозициях знания, умение проводить не только экскурсии, но и делать научные доклады, основываясь на музейных материалах. Я думаю, что кроме того, что школьники привлекаются к такой работе именно вот в отношении музея, я думаю, таким образом привлекаются и новые студенты в университет, что тоже не может не радовать. Конечно, знакомство ребят со школьной скамьи еще с высшим учебным заведением, он дает определенную уже приоритетность при выборе вуза, я думаю, поэтому еще одна дополнительная задача решается. Подскажите, пожалуйста, вот такой вопрос, может быть, сложный даже, но появляется иногда такое мнение, что Великая Отечественная война прошла достаточно давно, 75 лет. Уже уходят от нас последние свидетели тех лет, и, по идее, интерес к этому времени, он должен утихать, если вот рассуждать сугубо там, не эмоционально и так далее. Подскажите, пожалуйста, каким образом сейчас вот вовлекаются студенты в данную тематику? Теряется ли, возможно, у них интерес, в чем я, в принципе, сомневаюсь, но все-таки интересно узнать. И часто говорят, что студенты, наша молодежь ничего не хотят, что у них абсолютно другие интересы, но я слышу, как много студентов привлекаются к работе в ваших проектах, магистрантов, уже достаточно взрослых, сформировавшихся людей. Теряется ли у них интерес и каким образом вот он поддерживается с вашей стороны? Я, наверное, немножко начну, потому что я больше работаю с студенческой молодежью по тематике Великой Отечественной войны. Университет не утихает, наоборот, я бы сказала, что чем дальше от нас события тех лет Великой Отечественной войны, тем интереснее, и студенты больше привлекаются к работе, и их это больше интересует. Но вот сейчас на первый план выходит тематика детей войны, потому что это живые свидетели военного времени. Вот у нас в университете на той неделе прошел большой форум «Многонациональная Сибирь», посвященный 70-летию Победы Великой Отечественной войны, где мы тоже представляли доклад с Александрой о детях войны. Вот воспоминания, то есть дети войны, значит, жили на территории Сибири, кто там в городе, кто в деревне,
и как они потом приходили, как они приезжали именно в Кемеровскую область и стояли у истоков формирования вообще высшего образования. Студенты, вот, затаив дыхание, слушали, и они помогали, то есть материал собирали, конечно, они. И вот, вот это время сейчас, пандемия, они немножко даже на руку нам сыграло, потому что появилась возможность онлайн пересылать какие-то документы архивные, студенты перерабатывают, присылают нам в музей, мы тоже редактируем. И, в общем, такая сложная для них работа, они столько много нового узнали. И вот сейчас, хотя прошло время практики, у нас вот все лето была почти практика, зиму всю вот, вот этого года студенты, магистранты. И вот они уже звонят и спрашивают, когда мы начнем по новой работе. Продолжим изыскатель. То есть мы их прямо вовлекли. Вот за это время нашего проекта, надо сказать, что, понимаете, вот, большой задачей для нас было вовлечь, чтобы вот привить интерес вот, к исследовательской деятельности в время Великой Отечественной войны, и мне кажется, у нас это вообще здорово получилось. Мы очень широкий круг охватили, вот и школьников, и студентов. Ну, отлично. Мы тоже считаем, что даже из ситуации пандемии необходимо находить новые возможности и не только жаловаться на это время. И действительно, вот спустя уже половину лекций, которые мы провели, мы слышим, что для многих пандемия открывает новые какие-то инструменты работы и точно уж не замораживает работу, которая проходила в течение предыдущего времени, что, естественно, не может не радовать. Подводя итоги, хотела бы сказать, что не хочу лукавить, и второй вопрос я задавала исключительно с тем намерением, чтобы мы еще раз повторились о том, что интерес не утихает, и действительно видно только его подъем. Именно интерес возрастает у молодого поколения, им интересно узнавать самим, находить новую информацию, и наша главная задача – поддерживать в них этот огонь, этот исследовательский интерес, развивать его и направлять в нужное русло. Спасибо большое вам, Людмила Захаровна, Наталья Александровна, за наш сегодняшний разговор. За вашу работу мы передаем большой привет от Российского исторического общества, вашему музею и Кемеровскому государственному университету, вашему педагогическому составу и всем ребятам, которые участвуют в вашей исследовательской деятельности. Еще раз большое спасибо. Я надеюсь, до скорых встреч. А сегодня мы не прощаемся, нас ждет еще две лекции. Я уверена, что наши зрители их обязательно посмотрят. Большое спасибо. Спасибо вам. Основная задача, Алина, нашей работы – это дать правильный анализ вот этим фактам, которые сами студенты добывают, чтобы не было фальсификации. И это вот самая сейчас вот актуальная тема в работе с молодежью, потому что очень много неправильной информации, вернее, информации, которая подается неправильно. И вот чтобы уберечь молодежь от восприятия ненужных и неправильных фактов, мы с ними работаем в этом направлении. Спасибо большое вам. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания. До свидания.